Каждую среду в студии телеканала «Самара ГИС» мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары с руководителями городских департаментов, служб и муниципальных предприятий. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. В июне в Самаре стартует летняя детская оздоровительная кампания. В чем ее особенность? Когда начнется набор детей в оздоровительно-образовательные центры? Сколько детских лагерей будет работать в школах Самары? В нашей студии Илья Осипов, заместитель главы городского округа Самара, руководитель департамента образования администрации городского округа Самара. Илья Дмитриевич, добрый вечер, рад вас видеть. Ян, добрый вечер, взаимно. Ну и, наконец-то, уже близко-близко лето, то есть учебный сезон постепенно подходит к концу. Скоро начнется этап летнего отдыха, каникулы долгожданные. Но в то же время это не означает, что система образования уходит на каникулы полностью. То есть система образования города продолжает работать, хотя, насколько я понимаю, что все-таки по очереди это люди уходят в отпуск. Итак, стартует летняя образовательная кампания для детей в июне. Для начала про школы. Сколько детских лагерей будет работать в школах Самары? Да, спасибо. Лето, наверное, действительно для всех школьников без исключения является самым долгожданным временем года. И мы стараемся сделать все, чтобы они это время провели, не только отдохнули, но и оздоровились. Поэтому оздоровительная кампания является крайне важным аспектом работы. А в этом году, то, что касается пришкольных лагерей, у нас традиционно будет работать 186 таких лагерей. Охват детей составит более 15 тысяч детей. Это, наверное, наиболее массовый и популярный способ оздоровления детей, потому что школьники в привычных для себя условиях на базе школы, на базе учреждений дополнительного образования, со своими привычными учителями, педагогами, друзьями могут провести первые, скажем так, недели лета. Я так понимаю, это все школы будут охвачены, или это вот выбираются некие такие вот школы, которые, ну, наиболее подходят для этой процедуры, потому что ведь это не оздоровительная кампания в том числе, то есть там должны быть определенные требования соблюдены? Практически это все школы, это дополнительно еще задействованные учреждения дополнительного образования. Вот. То есть помимо школ еще учреждения доп. Образования, где это возможно организовать. Наиболее проблемным вопросом является задача по организации питания. Здесь, соответственно, школы, они все необходимые инфраструктуры для этого обладают, пищеблоками, столовыми, где происходит прием пищи. А учреждения доп. Образования, как правило, осуществляют прием пищи в ближайших школах. Вот. Вот важный вопрос. Я помню, что вот уже времени много прошло. Я помню, что был период, когда днем дети спали. Вот сейчас это как будет выглядеть? То есть они в школах будут до обеда, после обеда? Днем дневной отдых будет предусмотрен, не будет? Да, хороший вопрос. У нас предусмотрены две формы пришкольного лагеря. То есть это лагерь полного дня, который работает с половины девятого до половины шестого, предусматривает трехразовый прием пищи, и здесь уже, соответственно, предусмотрен сон. Ну, то есть, как правило, самый простой способ – дети там на раскладушках спят, имеют возможность для дневного сна. И есть лагеря дневного пребывания с сокращенным режимом дня, с половины девятого до половины третьего. Здесь двухразовый прием пищи у детей происходит, и после второго приема пищи они уже идут домой. Большинство детей, родители выбирают именно режим сокращенного дня, то есть в первой половине дня, чтобы вторую половину дня были предоставлены уже другим делам. Угу. Вот сколько будет смен? И сколько всего детей планируется? Если мы говорим про пришкольные лагеря, здесь у нас традиционно, так скажем, одна смена, которая будет продолжительностью 18 рабочих дней. Мы начинаем ее 1 июня, запускаем. Будут в отдельных учреждениях перерывы, связанные там с экзаменационными днями. Но 18 рабочих дней каждый ребенок в таком лагере проведет. И после этого педагоги уже отправятся на каникулы. У них начнется сезон отпусков. Вот чем будут заниматься? Потому что мы на самом деле соскучились по офлайн-жизни, вот по живому общению. Слава богу, вот эта история, так сказать, с ковидом, она, ну, идет на спад, и практически сейчас все меры ограничения сняты. Мы можем
жить вот той жизнью, о которой мы на самом деле мечтали так долго. Итак, чем будут заниматься дети, чем будут заниматься с ними учителя, чем будут заниматься родители, которые захотят принять участие? Здесь основная задача – это активное проведение времени, то есть различные прогулки на свежем воздухе, могут предусматриваться мероприятия по посещению музеев, каких-то экскурсий. Приходят педагоги дополнительного образования с мастер-классами. То есть в каждой школе существует график различных мероприятий, которые прямо по дням расписаны в рамках работы пришкольного лагеря. И, в принципе, родитель в своей школе может посмотреть этот график и знать каждый день, чем будет у него ребенок заниматься. Набор мероприятий, говорю, самый разнообразный, он зависит в том числе от инфраструктуры, территориальной доступности образовательного учреждения. В основном большую часть времени, конечно, с детьми работают их же педагоги, но также и привлекают коллег, скажем так, из других образовательных учреждений. И, ну, самое лучшее, наверное, летом – это свежий воздух, провести время действительно на улице, на прогулке. Ну, это безусловно, потому что на самом деле находиться в помещении, ну да, здесь вот, может быть, наверное, не самый лучший. Но, тем не менее, вот смотрите, за это время накоплен большой опыт онлайн-общения, каких-то онлайн-мероприятий. Вот этот опыт будет сейчас применяться? Потому что вот за 2 года, ну, научились, скажем так, научились и многого достигли. Да, у нас... Благодаря, наверное, да, тем ограничениям, с которыми мы столкнулись, появился такой формат донесения информации до детей, как онлайн-платформа. То есть, если мы говорим про наш город, в сети ВКонтакте у нас есть замечательный онлайн-проект «Самарское детство», в рамках которого реализуется проект «Самарские каникулы», где для детей каждый день в понятной игровой форме представляются какие-либо там обучающий материал, развивающий материал, просто мультики, какие-то, ну, различные информационные новости. И тем самым ребенок может получать в том числе полезную для него действительно информацию посредством интернета. И охват здесь, он самый широкий, как мы можем представить, потому что для этого даже никуда ходить не надо, достаточно из дома воспользоваться той социальной сетью, которой ты традиционно пользуешься. И мы, несмотря на то, что уходим от ограничений и больше имеем возможность для жизни в офлайн-режиме, вот эти мероприятия онлайн, мы их не забрасываем и активно продолжаем развивать. Родители, вот вы сказали, родители могут узнать, что будет, как, где, на каком ресурсе это можно прочитать? В школе. То есть на сайте школы? Либо на сайте школы, да, либо там, у директора, у классного руководителя. Илья Дмитриевич, не могу не задать этот вопрос. Сколько будет стоить цены? Пришкольные лагеря у нас абсолютно бесплатные для всех детей. Вот это важный момент. Да, здесь идет... В том числе питание. Да, в том числе питание. Здесь полностью идет оплата за счет областного бюджета. Нам на это выделяют целевые средства для питания детей. То есть родители здесь не платят ничего. Ну, это, в общем, важная деталь. Какие-то ограничения есть по количеству детей? То есть, условно говоря, если весь класс захочет прийти, то есть весь класс могут и взять, или все-таки... Я понимаю, что ну, на самом деле... Нет, ограничения, конечно, есть. К сожалению, наверное, в масштабах школы не получается принять действительно... Ну, понятно, всю школу. Всех детей, да, потому что и количество классов ограничено. Соответственно, та численность, которую школа может обеспечить вот этим видом отдыха, она формируется, и в рамках нее уже... родители подают заявки и принимают участие. Ну, здесь надо понимать, что даже если в школе не всегда там, да, допустим, хватило места, хотя, как правило, мы стараемся обеспечить абсолютно всех желающих, у нас есть учреждение дополнительного образования, то есть ребенок, который ходит в кружок, он также может на базе учреждения доп. Образования, где он занимается, посетить тот же пришкольный лагерь. Угу. Как правило, если есть потребность, мы все такие вопросы даже в индивидуальном порядке рассматриваем и стараемся решить. И решаете. Когда начинается запись, когда она останавливается, то есть что нужно сделать, ну, чтобы успокоиться? Запись в данный момент времени, она у нас уже, можно сказать, завершена, так, практически по большому счету. То есть те списки детей, которые хотят принять участие, они сформированы. Проводится, наверное, завершающий этап подготовительный, да, то есть образовательными учреждениями собирается весь пакет документов, необходимый для функционирования и работы данного лагеря.
Я предлагаю сделать паузу. Давайте посмотрим сюжет, затем продолжим нашу беседу уже немножко, ну, о другом виде отдыха детского. Девятилетняя Ирина в этом году впервые оказалась в летнем лагере. Уже второй год она занимается чирлидерством и в лагерь поехала вместе со своим коллективом. Рассказывает, уже в первый день смены эмоции бьют через край. Очень быстро подружилась со всеми и надеется, что смена пройдет на отлично. Мы с ними играем, делаем друг другу прически, макияж иногда. Еще мы играем в кроссворд. Еще мы сегодня будем выбирать на вечер наряды на вечеринку. Почти 1500 детей в один день выехали в загородные лагеря Самары на первую смену. В этом году места отдыха заметно обновились. Там отремонтировали корпуса и медпункты, подготовили новые игровые и спортивные площадки, позаботились о безопасности детей. Контролировала подготовку городских лагерей к лету глава города Елена Лапушкина. Сегодня открылись городские лагеря при школах. Всего их 185. Вместе с педагогами дети будут учиться новому, ходить в музеи, на выставки, в театры и парки. В профильных сменах с ребятами будут заниматься учителя из центров дополнительного образования. Илья Дмитриевич, ну вот на самом деле мы посмотрели с вами сюжет уже достаточно старый, ему года три, это допандемийный сюжет. То есть тогда, когда мы еще жили, вот и не знали, что все может вот происходить так, как оно происходило. И опять же, мы соскучились вот по этой жизни, по нормальной, по хорошей, по веселой жизни. Давайте вот о ней, собственно, и поговорим. Ну, для начала, сколько детских оздоровительно-образовательных центров будет у нас работать? Сколько смен, сколько детей планируете принять? Вот давайте об этом теперь. То есть не пришкольные лагеря. Ну, да, в целом о системе летнего отдыха, да, наши оздоровительные центры летнего типа, назовем их так, которые функционируют в летний период. У нас муниципальных 9 таких учреждений. Это учреждения, подведомственные нашему департаменту, департаменту опеки, попечительства и департаменту физкультуры и спорта. В целом за летний период в этих лагерях отдохнет у нас практически 9 тысяч детей. Угу. Мы здесь наконец-таки возвращаемся к нормальным условиям функционирования, в том плане, да, что у нас уже нет ограничений по предельной наполняемости. То есть если первый пандемийный год мы запускались, нам разрешалось брать не более 50% от предельной наполняемости. В том году, вот мы когда, да, обсуждали этот вопрос, говорили о том, что только 75% наполняемость, то перед этой летней кампанией Роспотребнадзором были внесены изменения и разрешено предельную наполняемость детей набирать. За счет этого охват у нас, конечно, вырастает. Вот мы, безусловно, этому рады. И самое главное, я думаю, рады дети, у которых появляется, конечно, возможность, больше шансов съездить в такой лагерь. Что касается сменности, здесь в каждом лагере немножко свои подходы. Где-то продолжительная смена 14 дней, где-то 12 дней. По 5-6 смен за летний период будет в каждом лагере проведено с учетом необходимости проведения пересменков для уборки и подготовки к следующему заезду. Ну, то есть, по сути дела, в начале июня все начнется и в конце августа, да, завершится. Да, чтобы в конце августа завершиться, чтобы у детей было время подготовиться к школе. А начало мы прям 1 июня стараемся запускаться. То есть стартует уже 1 июня. Тогда давайте вот о приеме, о ремонте. Когда будет закончен ремонт, может быть, возможно, он уже закончен, и как будет проходить приемка центров? Потому что, ну, тоже важнейший вопрос. Да, действительно, это, наверное, сейчас самая основная работа руководителей этих учреждений – подготовка лагерей к приему детей. Потому что мы прекрасно понимаем, что возможность для подготовки наступает, как правило, уже в весенний период, когда тает снег, и можно приступать к каким-то работам по уборке территории, приведению в нормативное состояние. Сейчас активно проводятся ремонтные работы. С учетом этого всегда приемка данных учреждений комиссионная проводится уже в конце мая, то есть в 20-х числах мая. Сейчас, соответственно, мы даем возможность подготовиться, получить все необходимые заключения надзорных органов. В первую очередь это касается органов Роспотребнадзор и МЧС. И, соответственно, выезжает комиссионная группа в составе сотрудников администрации, также надзорных органов ведомств,
и принимают решение о возможности открытия того или иного лагеря. Ну, насколько я помню, там еще и депутатский корпус традиционно. Депутатский корпус, да, традиционно они... активно в этом участвуют, за что коллегам всегда благодарны, за то, ну, что да. внимание этой, этим учреждениям оказывается. Про них не забывают. Ну да, особенно если учесть, что спикер нашей городской думы Дегтев, он сам, так сказать, директор школы. Да. Ну, соответственно, он, в общем, это дело-то он знает хорошо и глубоко, и, насколько я помню, он всегда очень въедливо относится к этой истории, к этой теме, то есть это да. А когда начнется набор детей? Вот туда. У нас также уже профильные группы смены, они формируются, то есть здесь немножечко система другая, то есть в рамках каждого лагеря, ну, если мы говорим про наши, да, лагеря, формируется, есть ответственное учреждение, которое отвечает за проведение конкретной смены. Уже в эту смену набираются дети из различных учреждений, из учреждений дополнительного образования. Как правило, мы стараемся, чтобы дети были объединены одним общим интересом, возрастной группой, для того, чтобы им было действительно интересно общаться и проводить время в лагере. И исходя уже из того профиля смены, который формируется, например, если это патриотическая смена, да, ну, уже набор мероприятий массовых, которые в этом лагере проводятся, педагогов, которые заезжают с детьми, уже формируются с учетом вот этой направленности смены. А какие-то, скажем так, дети с особыми возможностями будут? Потому что я помню, что вот у нас в Самарской губернии, ну, бывали такие смены, когда параллельно отдыхали и оздоравливались дети, ну, скажем, обычные, и дети с некими особенностями здоровья. Вот что-то такое будет происходить? Да, у нас такие смены предусмотрены. Традиционно это касается лагерей департамента опеки и попечительства. Ну, вот лагерь Аргон, например, тоже у них в рамках смены два заезда планируется, где будут дети с ограниченными возможностями здоровья участвовать в том числе. Ясно. Это вот они, то есть они, по сути дела, эти дети будут жить и отдыхать параллельно. Да, в общих условиях, ну, здесь надо понимать, что должна быть необходимая инфраструктура, например, там, и в тех лагерях, где она есть, это можно действительно делать. Вот набор детей на сегодняшний день уже закончен или он еще продолжается? Ну, на первую смену набор уже завершен, скажем так, да, то есть списки пофамильно формируются. Здесь надо понимать, что всегда есть резерв, и те дети, потому что в процессе кто-то, например, отказывается, там, заболевает и ищут на замену. Вот. Но, как правило, уже тоже мы говорим о том, что активная фаза формирования списков, она завершается. То есть на самом деле, то есть до конца мая родителям имеет смысл узнавать, интересоваться. Да, в школу в любом случае надо обращаться, потому что даже если сейчас мест нет, то они вполне могут появиться впоследствии. И вы же сказали вот важный момент, что это сформированы группы на первые смены, то есть получается там, ну, на июнь, так скажем. Ну, первые смены, июнь, они август. Уже, да, полностью, скажем так, застолблены, остальные еще в процессе набора, но большая часть списков, она уже сформирована, то есть там, скажем так, вакантные места доставляют. Когда тогда, вот, на ваш взгляд, имеет смысл родителям, ну, начинать интересоваться этим вопросом? На самом деле, да, к этому вопросу и классный руководитель доводит информацию, и директора образовательных учреждений буквально с конца зимы, начала весны уже начинают постепенно формироваться списки. Ну, вот в этом году, например, да, мы получили информацию о том, что у нас наполняемость лагерей увеличивается, поэтому были рады тому, что появились дополнительные места. То есть, условно, в конце февраля уже родителям имеет смысл, да, задавать вопросы классным руководителям? С руководством школы этот вопрос прорабатывается. Ну и тоже важнейший вопрос – цены, льготы. Ну, для наших лагерей предусмотрено, в принципе, опять-таки, да, департамент образования, то, что подведомственно у нас путевки бесплатные. Единственное в лагере «Авангард Самар» – это бывший центр «Юность». У нас одна смена предусмотрена для детей по путевкам, так называемым, «Супрема». Да? Там, если брать всю путевку, она стоит около 19 тысяч рублей. Но с учетом субсидирования
из бюджета родители платят, не соврать, около 7 тысяч рублей. Вот. А все остальные смены для наших детей, они бесплатные. Также по путевкам у нас в лагеря департамента опеки и попечительства, но там, как правило, мы говорим о социальных путевках, которые для родителей тоже либо бесплатны, либо субсидируются государством. Да. Поэтому, в принципе, мы говорим, что, как правило, для большей части детей этот отдых также является бесплатным. То есть бюджет полностью обеспечивает и питание, и проживание, и педагогов, и проживание этих детей. И мы гордимся действительно тем, что у нас такой опыт есть, что мы можем детей абсолютно бесплатно, пускай на две недели отправить за город и в прекрасных условиях провести время. Вот абсолютно с вами согласен. Одно из таких мест – это спортивно-оздоровительный центр «Олимп». Я знаю, что он на самом деле не относится к вашему департаменту. Он, насколько я помню, относится к департаменту спорта. Но раз вы сейчас здесь, то вот вы, как представитель власти, скажите, как в этом году он будет работать, «Олимп»? Потому что это вот такое место, куда городские спортсмены любят приезжать. Да, действительно, это излюбленное место наших спортсменов. Там классно. Там классно. Да. Лагерь будет работать также с учетом всех тех ограничений, которые для всех лагерей характерны. Да? Ну, хотел бы здесь, наверное, отметить, что несмотря на то, что нам разрешили заезжать в полном объеме, то требования по санитарной обработке, обеззараживанию помещений, они сохраняются. По тестированию сотрудников в начале смены на ковид. То есть определенные требования, они сохраняются. И здесь тоже нужно быть осторожными и аккуратными, несмотря на все послабления. Вот. В «Олимпе» у нас в этом году будет 6 смен по 12 дней. Также с 1 июня они начнут работать и проработают вплоть до 21 августа. В одну смену планируется участие до 224 детей. Соответственно, за весь период 1300 детей примет участие в оздоровлении в этом лагере. Традиционно в основном участниками являются обучающиеся спортивных школ, вот, поэтому и, как я уже говорил, в двух сменах будут участвовать дети с ограниченными возможностями здоровья. Ну, в общем, традиционно по 20 такая, детей, да. Поэтому, в принципе, лагерь, я говорю, мы возвращаемся к традиционному режиму работы. Вот. Сейчас я тоже знаю, насколько там завершаются определенные ремонтные работы. И вместе со всеми мы также поедем в этот лагерь, примем, я думаю, вполне успешно, и с 1 июня он для детей откроет свои двери. Вот вы сказали, как раз начали говорить об этом, о тестировании сотрудников, то есть речь о чем? О безопасности детей, важнейший вопрос. Речь не только о медицинской безопасности, это вообще комплекс, на самом деле, вот мир. Вот давайте об этом поговорим. Потому что коронавирус не исчез. Важно еще обеспечение физической безопасности детей. Вы понимаете, о чем я говорю. Вот как к этому будет, как с этим будете работать? С этим вопросом также самое пристальное внимание уделяется и на заседаниях различных межведомственных комиссий, которые проводятся с представителями органов безопасности, правопорядка, МЧС, рассматриваются вопросы готовности образовательных учреждений. У нас все учреждения обеспечены физической охраной, кнопкой тревожной сигнализации для вызова сотрудников Росгвардии в случае нападения, пожарной сигнализации. Ряд учреждений формируют добровольные пожарные дружины в тех лагерях, которые находятся достаточно удаленно от, скажем так, пожарных частей, да, для того, чтобы в случае возникновения угрозы пожара была возможность оказать, принять первые меры реагирования. Вот, поэтому здесь все досконально проверяется, и все те требования, которые должны быть обеспечены, они выполняются, иначе нам просто не даст никто открыть этот лагерь, если хотя бы одно требование будет выполнено. Тем более мы понимаем, что здесь особое внимание, потому что, во-первых, это загородная территория, как правило, и это место, где дети находятся круглосуточно. Да. Ну, то есть, самое главное, физическая безопасность обеспечена, есть сотрудник силовых структур, есть тревожная кнопка. Да, да. Ну, силами частных охранных предприятий осуществляется физическая охрана. Самый важный вопрос, самый важный. Ну, вот, на ваш взгляд, в чем в целом особенность вот этой летней кампании?
Ну, для меня, наверное, самая большая особенность, что мы все-таки возвращаемся к доковидным, так назовем, правилам игры. И самое главное, что у нас увеличивается охват детей, особенно касательно загородных оздоровительных центров. Ну, да, для меня, да, это самое главное, наверное. С чем, на самом деле, можно и поздравить систему образования, поздравить педагогов, потому что, ну, в общем, на самом деле, все соскучились по нормальной и обычной работе. Да. Ну что ж, спасибо за интересную содержательную беседу. Я надеюсь, что летняя оздоровительная кампания пройдет идеально, что осенью вы встретите детей оздоровившимися, окрепшими. Учителя за это время отдохнут, и начнется новый учебный сезон. Спасибо, Ян. Я надеюсь, все так и будет. Да, все так и будет. Напоминаю, в нашей студии был Илья Осипов, заместитель главы городского округа Самара, руководитель департамента образования администрации городского округа Самара. Всего вам самого доброго. До свидания.